Арсымыз ба? Арсымыз! Эй, кус! А что у нас? Казахстан потеряет свой суверенитет благодаря этому Манкурту Токаеву. Как говорится, жизнь покажет. 6 октября в Казахстане прошел референдум. На нем казахстанцы якобы должны были решить, нужна ли стране атомная электростанция. На самом деле вопрос строительства АЭС давно решен. Референдум не более чем шоу. Токаев подарит атомную станцию на день рождения своему другу и патрону Путину. Миллиарды долларов, которые получит Росатом, будут потрачены на войну против Украины. Казахи выступают против строительства АЭС. Так свое слово сказали в Жанаузене. Казахстанга АЭС салуына түбегейли қарсымыз. Бір топ бізім мекемесе өз қарсылығын білдіру үшін бүгін үндеуін жолдап отыр. Қарсымыз ба? Қарсымыз! Қарсымыз ба? Қарсымыз! Қарсымыз ба? Қарсымыз! Токаев пришел голосовать и был вынужден высказаться о том, кто будет строить АЭС в Казахстане. Мол, это правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет. Вангуем, что мировой компанией, обладающей самыми передовыми технологиями, станет Росатом. Совместно с Россией никто не то что АЭС строить. Сидеть рядом ни одна порядочная страна и компания не станет. Поэтому АЭС в Казахстане по отсталым технологиям будут строить россияне. В Астане на избирательный участок пришаркал первый диктатор Казахстана. Назарбаев ограничился тем, что опустил в урну для голосования свой бюллетень. Экс-Ельбасы отказался комментировать строительство АЭС, ограничившись старческими пожеланиями. А что у нас? А что у нас? Шпини, бергай, жақындаңызшы, нысықтанаңызшы. Мұнда бергай, жақындаңызшы. Чтобы продавить стройку века, токаевский режим не стал стесняться и уже к 14 часам объявил референдум состоявшимся. Мол, явка избирателей превысила 50%. На самом деле режиму удалось загнать на участки ничтожное количество бюджетников, студентов и других подневольных людей, которые, не стесняясь, сделали селфи у кабинок для голосования для отчетности. ЦИК нагло врет про явку и результаты голосования. Граждане Казахстана высказались против строительства АЭС. Вот протокол с участка номер 244. Из 261 избирателя пришли 459, то есть явка меньше 18%. Из них 268 проголосовали против и только 187 за. Участок 537 в Алматы. Из 2307 избирателей проголосовали 386. Из них 262 против строительства атомной станции. Участок номер 89. Из 2122 пришли 440. И 271 человек проголосовал против. Вот так грустно и печально проходил день голосования на 91-м участке в Алматы. Это, кстати, 25-я школа имени Есенберлина. Образцово-показательная, ее когда-то закончил сам второй диктатор Токаев. Из 1865 избирателей проголосовали только 420. То есть явка составила 22,5%. Такая ситуация была по всей стране. Референдум должен быть объявлен несостоявшимся. Но кого волнуют такие мелочи, когда банкет в Кремле уже заказан? Так выглядели бюллетени людей, которые сочли, что обязаны пойти на референдум и отдать свой голос против. На некоторых писали «Карсымын», «АЭС жол-жок» и тому подобное. Не обошлось на референдуме и без таких любимых режимом каруселей и вбросов. Вот сотрудница избиркома нагло вбрасывает пачку бюллетеней в урну. Независимых наблюдателей со скандалами удаляли с участков. Например, на этом участке они якобы мешали работе избирательной комиссии. Видимо, мешали фальсифицировать итоги выборов. Голосов нет, не имею. Я никак не помешаю вам по подсчет голосов. Вы еще даже не начали подсчет голосов. Я вам никак не могу мешать то, что вы еще не начали. Алло, поставлю.
Строительство атомной станции на берегу озера Балхаш повлечет за собой экологическую катастрофу. Посмотрите видео с места, где планируют строить АЭС, и послушайте мнение Сергея Адольфа. Сегодня 14-й қыркүйек, 24-й жыл, Алматы жақтан келе жатырым. Енді мынау АЭС саламыз деп белсенді болып жүргендерге айтам да. Мынау бұрыл байталға жақындап қалған жер, арғарай үлкен арғарай ғой кішкене. Енді мынау Балхаш көлінің маңғара жағдайын. Мен осы жақта туып өстім ғой енді қара. Мына көлдің тартылып жатқан түрін қараңдар, мынаның бәрі көл болған, мынаның бәрі тұз қазір. Тұз болып кетті. Мына Балхаш көлінің проблемасын шешпей жатып, АЭС салам дегендерің, мен вообще таң қаламын да. Мына жа жолшыбай келе жатыр, мына аяқтың қазір алдыңғы жақтың бәрі аппақ тұз болып отыр, көл тартылып кеткен. Іле қарасаңдар, Қытайдың границасынан бастап, ана Қытайдың территориясында іле екі жағынан да толығымен егін жай, қала неше түрлі саптыстаған, олар ілені бері қарай жібермейді оңайлықпен. Енді бұл проблема шешілмей, мына судың деңгейінің проблемасы шешілмей, осы 3-4 жыл болды ғой бұның судың қатты кетіп қалғанына. Бұл ары қарай да кетіп жатыр. Ертең арал сияқты тартылып қалса не болады жағдай? АЭС-қа реакторларына немене охлаждениеге қандай су алады? Көлді бытшыт қылды мына қараңдар. Міне. Кеуіп кетті тұз. Осыдан 2 күн бұрын бері қарай келе жатқанда анау жел соғып тұз аспанға көтеріліп жатқан. Мына жаңағы видеоның жалғасы. Біраз жүрдім міне қараңдар. Аппақ болып жатқанның бәрі тұз, мынаның бәрі көл болған кезінде, мына Балхаш көлі ғой, анау горизонтқа дейін мынаның бәрі су. Енді су қараңдар қалай тартылып кеткен, қалай кетіп қалған. Мынау сол жаңағы АЭС салам деген жерден алыс емес жер мынау. Видео. Оказывается, там, где мы плавали, это район Бурабайтала, Улькен, именно там, вот в этом районе, видео вы будете смотреть. Где сегодня собирались атомную станцию строить. Там не то, что площадка, там все высохло, оказывается. За 30 лет, пока меня нету в Казахстане, озеро Балхаш ушло, я не знаю, на сколько километров. А там дальше уже образовываются солевые такие пруды. Вот, возможно, на Балхаше, на этом месте, может быть, когда-то в стороне соленая, эта сторона соленая, можно будет когда-то добывать соль поваренную. Но Путин, наверное, там и не был ни разу. И ученые там никогда не были, потому что вода убывает с каждым днем. И я бы хотел все правоохранительные организации, я обязательно буду пробовать здесь, в Европе, чтобы вмешались. Или далее вмешаться, не вмешаться, вмешаться, очень сложно вмешаться в эту ситуацию. Путин только имеет право, или у него такие мысли только воевать, убивать, и он покоряться не будет, пока его сердце не остановится. Но сколько веревочки не виться, конец придет и Путину. Не вечный он под луной. Мы переживем его. Казахстан потеряет свой суверенитет благодаря этому. Манкурту Такаеву, это тот, который вообще отказался от всего и не помнит, где он родился, и отказался от своей национальности. Этому казаху, русскоговорящему казаху, он абсолютно русскоговорящий, который не любит свою степь, свои водоемы, те, которые нам были родные, я сейчас сказать, у меня даже слезы сегодня были ночью. Неужели люди так вот относятся к этой... Этим руководителям, сегодня Европа, Америка, мы все боремся с изменением климата. Денег столько вкладывают, чтобы не было этих, чтобы перейти на альтернативные какие-то энергосбережения, энергоносители. А те, кто думают о войне, им надо только убивать, воевать, и никто войну останавливать не хочет. Ну, не хочет, не надо. Вот если перейдет эта граница, мы уже, в принципе, готовы к этому всему, событиям этим. И пусть будет так будет, но Путин будет уничтожен. Рано или поздно. Вот посмотрите.
И этот человек, который сегодня уже и на нашу родину может посягнуть, а он это будет делать на Казахстан, я так думаю, что чем больше зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно.